Исполнение санитарных требований в продуктовых магазинах сейчас под особым контролем Роспотребнадзора. Ежедневно специалисты выходят в рейды. Сегодня в сетевом маркете на улице Коммунистической в Тюмени выявили многочисленные нарушения. Причиной проверки стало обращение неравнодушных покупателей о том, что сотрудники не соблюдают режим, да и просто грязно. Во время проверки коллектив магазина был в масках, правда, их запас недостаточен. Как, впрочем, не хватало и средств для обработки поверхности. Журнал контроля велся нерегулярно. Установлены нарушения в части отсутствия контроля за температурой сотрудников, в части отсутствия запаса дезинфицирующих средств и кожного антисептика. Также установлено неудовлетворительное санитарное состояние объекта.